хочешь дом за 1 фунт стерлингов, добро пожаловать в Англию. Как и было обещано, продолжаем тему о продаже домов в Европе по символической цене в 1 евро или в Англии за 1 фунт стерлингов. Конечно, в итоге за дом придется заплатить сумму больше, чем 1 евро. Ведь городские власти, которые выступают продавцами такой недвижимости, требуют, чтобы новые владельцы отремонтировали приобретенную недвижимость. Собственно, именно это и является целью городских властей. Таким образом, привлекая людей на постоянное место жительства, они стараются развивать свои города и деревни. Но даже для жителей СНГ деньги, которые придется выложить за ремонт, не кажутся запредельными. Как правило, речь идет о суммах от 3 до 30 тысяч евро. Причем во многих случаях муниципалитеты помогают получить льготные кредиты на ремонт под 1-2% годовых. Сегодня мы расскажем о предложениях домов в старой доброй Англии. В графстве Стаффордшир, в городе английских угольщиков Кобриджа, городские власти продают 32 дома по цене 1 фунт стерлингов. Как уже говорилось, эта символическая цена только подтверждение намерений. Власти города требуют, чтобы те, кто покупают дома, имели на счету 30 тысяч фунтов стерлингов, которые нужно потратить на ремонт дома. Тем, кто этой суммы не имеет, муниципалитет помогает заключить с банком кредитный договор по льготной ставке. Кроме того, владелец не имеет права продать дом ранее, чем через 5 лет. Но ведь и покупают дом, чтобы в нем жить. В знаменитом Ливерпуле, где была создана группа Beatles, также продается около 150 домов за 1 фунт стерлингов. Мэр Ливерпуля Джон Андерсон сообщает, что в его городе большую часть ремонтных работ делает муниципалитет. Покупателям передаются дома с уже готовым ремонтом. Дополнительным условием является проживание или работа в Ливерпуле. За 2 года было продано около 50 домов за 1 фунт стерлингов в районах улиц Гренби и Арнсайд-Роуд. Конечно, дома за 1 фунт стерлингов расположены в депрессивных районах. Однако депрессивный английский район гораздо более развитой, чем иной продвинутый город на просторах СНГ. Конечно, сейчас свирепствует эпидемия коронавируса, поэтому границы стран закрыты. Но так будет не всегда. Эпидемия прекратится, и границы откроются вновь. Если вы думаете сменить место жительства на обустроенную Европу, самое время начать об этом задумываться уже сейчас. Если вам интересна тема недорогой европейской недвижимости, ставьте лайки, пишите комменты, задавайте вопросы. А мы продолжим рассказывать о возможностях приобретения недорогой европейской недвижимости.